легкая игра, легкий выход из группы получился, да? Теперь осталось только решить, кто выйдет с первого места. Так ли было легко, как это кажется по счету? На самом деле хочется сказать, что в нашей команде команда играет плохо, а вратарь отлично. А ты кем играешь? А я вратарь. Вот. Говори что-нибудь. Ну, на самом деле, сегодня где-то до счета 7-0 была игра на 3 результата. И я понимаю, на самом деле, возмущение Гарпастерма. Потому что, когда тебе судья ломает игру, не ставит заслуженный фол с желтой карточкой в центре поля, ты объективно, у тебя просто опускаются руки. Ну и о какой игре на результат может идти речь, когда тебя убивают все, в том числе арбитр в желтой майке. Да, я согласен, потому что счет сегодня должен быть либо 12-11 в пользу Гарпастума, либо 11-12 в пользу Сассуоло. Ну, как бы, то, что счет не по игре, я абсолютно согласен. Сегодня Ларионов зачем-то заводился, непонятно. То есть абсолютно ненужные эмоции какие-то. Ну, ты, если понимаешь, что соперник играет сильнее, ну, ты прими это просто. Зачем так психовать? Ну, то есть я играю в команде вместе с Ларой, но я абсолютно не поддерживаю его в этом. Такого за Ларионовым не водится. Сегодня все видели это в первый раз. Это объясните игрой Гарпастума? Да, но они навязали реально. То есть вот если выбираю между игрой с Гасу и с Гарпастумом, наверное, Гарпастум сильнее, и они объективно должны были выходить с первого места из группы. Что не так на их last dance, я не знаю, если честно. Ну да, на самом деле Гарпастуму бы... У них было очень много шансов, чтобы вернуться в игру, потому что и Костя Беляков, когда вышел играть столба, ну, он должен был съедать Лар. Не, извини, Ваня не может договорить, я понимаю эмоции. В общем, Костя высказал претензии, что вратарь Соло играет на допинге. Да, я согласен, что я играю на допинге, да, я уже 9 лет употребляю, поэтому... Абсолютно на этом вся моя футбольная карьера строится. Я извиняюсь, я честно признаюсь перед всей лигой. Мне стыдно, но исправлять это я не собираюсь. Мы будем требовать твоей дисквалификации. Я тоже. Я Павел Кумиров, да. Кстати. Спроси еще что-нибудь, пожалуйста. Футбольная карьера, которой нет. Футбольная карьера, которой определенно нет. Спроси еще что-нибудь. Можем рассказать про дисквалификацию Андрея Соколова. На самом деле, все еще, вроде как, мы вышли из группы, но, если честно, все еще переживаем за свой выход из группы. Мы хуже всех здесь. То, что мы были в первой корзине, это какие-то происки Дениса Четырехкорзинова, поэтому извините. Спартак тоже был в первой корзине когда-то. Ладно, Вань, не хочешь с нами разговаривать? Мы пошли, все. А что про кёрлинг сказать? Чего отменили? Отменили в Тюмени, да? В Перми кёрлинг отменили. Я сочувствую всем пермчанам. Все. Это, знаете, на самом деле очень важный момент вы упускаете, потому что вот этот конфликт, который назрел на границе раздела, который также минуется центром поля, это очень такая показательная картина, когда наш игрок был неправ, но мы это признали. Вот, мы должны это учитывать. Есть маркер, я no VAR напишу. Закончили.